Здесь интернета нету. А? Здесь интернета нет. А? Не, вот у меня мобильного нет. Вот появился интернет. А ну, видно, с скачками. Да, комброд это вообще. Чем выше в гору, тем, казалось бы, наоборот, прямая видимость. Чем выше в гору, тем хуже и хуже. Наверху на мюда вообще его нет. Я вообще не понимаю, как здесь люди живут. Особенно те, что вот наверху, зимой, вот по такой погоде, старики, инвалиды, ни до магазина никуда не дойти, никуда не выехать. Чтобы выехать куда-то 2 километра на остановку идти. Потому что не у каждого на такси деньги есть. Да, конечно, конечно. Ну, у них, в принципе, тут есть наверху магазины. Да, ну ясно, ну, а цены там же живут. Да, да, да. И все равно же в магазине всего, чего надо, все того ж нет. Конечно, у меня вот то сын, то я, маме берем обязательно на неделю продуктов. Ну вот, вот. Потому что тут она, я-то схожу, говорит, ну это ж цены, ну просто, ну. Я тоже вот из МРЭО живу, рядом магазинчик. Ну, цены я не знаю, ну выше цен я больше нигде не видел. Что сигареты, что продукты. Насчет спиртного не знаю, не употребляю. Ну, наверное, что же дороже.